Привет, друзья! В данном видео я расскажу вам, в чем отличие и главные свойства векторной растровой графики. А также мы разберемся с вечно проблемным качеством растровых изображений и все разберем на примерах. Видео будет являться информативным и не будет включать в себя никаких практических упражнений, но информация будет полезной, особенно для новичков. Итак, векторные растровые форматы являются основой цифровой графики и используются в современном дизайне практически во всех его направлениях. И прежде чем разобрать каждый формат подробно, давайте определим их главные свойства. Если говорить кратко, то основное свойство заключается в том, что в основе векторной графики лежат линии, которые являются своего рода каркасом для любой векторной картинки. А растровая графика состоит из пикселей, квадратных цветных точек, которые в совокупности создают растровое изображение по принципу мозаики. И чем больше пикселей в растровой картинке, тем она качественнее и более детализирована. Для примера откроем растровое изображение в программе Adobe Photoshop. Photoshop, кстати, является полностью растровым редактором, и даже несмотря на то, что в программе присутствуют векторные инструменты, при экспорте из программы формат файла в любом случае будет растровый. Исключением будет только экспорт отдельных векторных контуров в Adobe Illustrator. Но это всего лишь фрагменты, а не весь файл целиком. Итак, перед нами растровая картинка. Как я уже сказала, растровая графика состоит из пикселей. И, как правило, растровой графикой являются все снимки, сделанные на камеру, абсолютно любого устройства, будь то профессиональный фотоаппарат или самый простенький телефон, неважно. Но важно то, что размеры и возможности матрицы камеры напрямую влияют на качество изображения, а точнее на количество пикселей в нем. Все происходит очень логично. Каждый пиксель имеет свой цвет, и больше пикселей – больше цветов. И значит больше цветовых оттенков, которые в свою очередь позволяют передать все нюансы изображения вплоть до самых мелких деталей. Для наглядности я открою окно «Размер изображения». Основным показателем качества изображения является его ширина и высота в пикселях. Также качество растрового изображения еще принято оценивать значение разрешения. И у данного изображения, как вы видите, разрешение 300. Но на самом деле разрешение – это всего лишь суммарный показатель количества пикселей на 1 дюйм. Давайте попробуем измерить. Но для начала, чтобы было проще посчитать, поставим разрешение 5 пикселей. Как вы видите, ширина и высота также изменились пропорционально. Изображение сильно уменьшилось, давайте увеличим его. Одни сплошные пиксели, картинки уже не видно. Нарисуем теперь область шириной 1 дюйм и посчитаем, сколько получилось пикселей. Получилось 5 штук. И вот по такому принципу вычисляется разрешение изображения. Но, как мы видим, ширина и высота нашего изображения также изменились. Пикселей стало меньше, и качество просто исчезло. И если мы сейчас вернем прежнее разрешение, и размер в пикселях соответственно тоже, то количество пикселей увеличится, а исходное качество уже не вернется. Так как данные о цвете после уменьшения уже потеряны, и фотошопу приходится просто-напросто угадывать, какие по цвету пикселя необходимо добавить. Про такую картинку можно сказать, что у нее уменьшилось пространственное разрешение, то есть пикселей много, а качество отсутствует. Конечно, в фотошопе существуют способы, сохраняющие качество, в случае, если вы картинку уменьшили, а потом обратно увеличили. Но речь сейчас не об этом. Таким образом, я хотела вам показать, что если у вашей картинки маловато пикселей для желаемого качества, увеличив их число, визуальные показатели качества выше не станут. И это основная проблема растровой графики. Максимальный размер растрового изображения всегда будет ограничен количеством пикселей в нем. Поэтому растровые изображения должны строго соответствовать параметрам той области, где они применяются. И давайте разберем это на примере. Допустим, размер вашего монитора 1366 на 768 пикселей.
Размер нашей подопытной картинки 7000 на 4722 пикселя, достаточно большая. Если их сопоставить между собой, опираясь на размер в пикселях, то получится, что картинка больше в несколько раз, чем монитор. Значит, если мы откроем картинку на экране нашего монитора, то мы увидим изображение очень хорошего качества. Мы даже можем картинку немножко увеличить, и качество при этом будет оставаться по-прежнему высоким. Но представим, что перед нами телевизор, допустим, с разрешением 8К. Это приблизительно 8200 на 5100 пикселей. И мы эту же картинку просматриваем на телевизоре. В таком случае у картинки будет уже не совсем достаточное количество пикселей для полноэкранного просмотра. И это будет говорить о том, что изображение не соответствует параметрам данного экрана, и даже несмотря на то, что наше изображение далеко не низкого качества. Итак, как вы уже поняли, главный показатель качества растрового изображения – это его размер в пикселях, ширина и высота. Но тогда какую роль в параметрах растровых изображений играет разрешение? Если оно настолько не важно, зачем его вообще упоминать? Дело в том, что если мы говорим о растровом изображении в цифровом пространстве, то его разрешение не имеет значения. Главное тут количество пикселей, от которого будет напрямую зависеть детализация изображения. Но если мы планируем наше изображение напечатать, допустим, на цветном принтере, то тут уже речь идет о реальном пространстве, которое мы привыкли измерять не в пикселях, а в миллиметрах, сантиметрах и так далее. В таком случае гораздо удобнее определять параметры качества растра при помощи разрешения. Чтобы не создавать путаницы, давайте сейчас я покажу все это на примере. Откроем изображение в Фотошопе. Размер изображения следует уменьшить, иначе эксперимент может провалиться с таким большим размером. Пропишем ширину 700 пикселей, высота сгенерируется сама по пропорциям, разрешение оставим прежнее 300 пикселей и нажимаем ОК и сохраним это как первую копию. Далее опять откроем окно «Размер изображения» и на этот раз исправим разрешение, поставим 1 пиксель. Размеры Photoshop автоматически меняет, но мы будем действовать настойчиво и вернем ширину 700 пикселей. И нажимаем ОК. Как вы видите, визуально ничего абсолютно не поменялось и не должно поменяться, потому что размер в пикселях остался прежний. А так как Photoshop программа растровая и все отображает только в пикселях, изображение поэтому и осталось такого же размера. Сохраним его как вторую копию. Разрешение на этот раз 1 пиксель, ширина и высота остаются по-прежнему 700 на 776 пикселей. Далее откроем векторный редактор CorelDRAW. Несмотря на то, что векторные редакторы предназначены в основном для работы с вектором, они также работают еще и с растровой графикой, но только не редактируют ее так виртуозно, как это делает Photoshop. Но в отличие от Photoshop, векторные редакторы могут экспортировать и векторные, и растровые форматы. Но подробнее про экспорт файлов мы поговорим в другой раз. Давайте теперь импортируем в Corel наши растровые заготовки с разрешением 1 и 300 точек. Первым будет файл с разрешением 300 точек. Размер листа документа А4, и, как вы видите, размер в миллиметрах у первого изображения получился небольшой. Но разрешение, посмотрим его на панели внизу, 300 точек. Почему именно 300 точек, не 500, не 600? Просто это рекомендуемое разрешение для полиграфических изделий. И, например, если мы захотим данную картинку напечатать на принтере, то она будет в миллиметрах именно такого размера, как она есть сейчас. Меньше может быть, но не больше. Иначе не хватит количества пикселей для хорошего качества печати. Теперь импортируем второе изображение. Оно вышло несколько великовато для экрана, поэтому уменьшим масштаб. Ну что ж, хорошо, что Corel позволяет работать с такими крупными размерами, как наша картинка. Посмотрите, размер 17 на 19 метров. Обратите внимание, разрешение на такой огроменный размер всего 1 пиксель. Ну, как в принципе мы и настраивали. Посмотрите, во сколько раз вторая картинка получилась больше первой. И причина этому разница в разрешении. Так как рабочее пространство векторных редакторов, в том числе и Corel, больше ориентировано работать с физическим реальным размером файлов. И при низком разрешении печатные пиксели создаются большего размера, и также увеличивается размер изображения. Пиксели сами по себе не имеют никакого установленного физического размера в сантиметрах или миллиметрах. И если мы большую картинку уменьшим до размера первой, качество у них будет абсолютно одинаковое. В цифровом пространстве разрешение не имеет значения, главное это какой размер у изображения в пикселях.
Но вот в полиграфии, где изображение подгоняется под какой-то определенный размер в миллиметрах, оценивать качество изображения разумнее и удобнее не в пикселях, а именно в значении разрешения. Например, размер растровой картинки для печати А4 формата должен быть в пикселях 2480 на 3508. А третьего формата должен быть 3508 на 4961 пиксель. Согласитесь, проще запомнить разрешение 300 точек для любого формата печати или необходимого размера в миллиметрах. Конечно, раз мы затронули тему печати, стоит также поговорить о том, что такое PPI, DPI, и также рассказать, какое разрешение требуется для разных видов печати, так как 300 точек требуется не везде. Но об этом обо всем мы поговорим в другой раз. Итак, мы разобрались с пикселями в растровых изображениях и определили, как измеряется и взаимодействует их количество и качество. И помимо этих сложных взаимоотношений, в растровой графике есть еще один нюанс. Это размер ее файла в мегабайтах. Чем выше качество изображения, тем больше размер файла. Конечно, если речь идет об одной или нескольких фотографиях, пусть и максимального качества, то особых сложностей тут, конечно, не должно возникать. Но представьте, какой размер файла будет у растрового изображения, предназначенного для печати на фотообоях. Конечно, разрешение печати будет не 300 точек, а меньше, но размер файла, тем не менее, будет несколько гигабайт. С такими файлами работать сложновато, и поэтому такие файлы обычно печатают частями. А теперь еще вот такой пример. Все вы, я думаю, знаете, что в одной секунде видео обычно используют 24 кадра. А что такое кадр? Кадр – это такое же растровое изображение, как и фото. И представьте, сколько должно быть тысяч растровых картинок в фильме средней продолжительности. И именно поэтому файлы с более или менее качественным видео всегда будет иметь размер несколько гигабайт. Из вышесказанного делаем вывод, что растровая графика является очень объемной. Я бы даже сказала, одним из самых тяжелых форматов файла в плане объема информации, конечно. А что если мы сравним по объему векторные и растровые файлы? Конечно, стоит учитывать, что это не взаимозаменяемая графика. Вектор в растр преобразовать можно путем растрирования объектов, а вот растровую картинку вектор преобразовать уже невозможно. Есть, конечно, методы, такие как трассировка, или, например, можно нарисовать вектор-иллюстрацию по фотографии, но это уже будет совсем другое изображение, с другими текстурами, просто очень похожее. Наверное, исключением будет только трассировка растра, на котором изображено четкое, некогда бывшее векторное изображение. И вообще, на мой взгляд, трассировка – это одна из особо полезных функций векторных редакторов. Она позволяет преобразовывать растровое изображение в вектор. Но, конечно, результат будет во многом зависеть от того, какую именно картинку вы трассируете. Итак, вернемся к сравнению объема файла, растра и вектора. Для этого я открою в векторном редакторе Adobe Illustrator полностью векторное изображение с простыми заливками и без всяких теней и эффектов. Размер изображения третьего формата. Теперь сохраним файл в формате PDF без сжатия. Откроем его. Одна из особенностей формата PDF заключается в том, что формат позволяет сохранить векторный файл в своем исходном векторном состоянии, то есть в рабочем. И в то же время содержимое документа остается доступным для просмотра без установки или открытия каких-то специальных векторных редакторов. Формат является своего рода универсальным и поддерживается практически на всех операционных системах. Далее эту же картинку экспортируем в растровом формате JPEG. Это простой формат картинки для просмотра. Разрешение поставим полиграфическое, 300 точек. Качество поставим на максимум. Цветовую модель менять не будем и нажмем ОК. Теперь открываем в окне проводника наши файлы. Открываем JPEG, проверяем его. PDF-ку мы уже проверяли. Увеличиваем и, как видим, все нормально. Теперь сравним размеры файлов. Как мы видим, размер изображения отличается в несколько раз. И это еще при том, что формат JPEG – один из самых облегченных форматов растра. Конечно, мы не применяли никакого сжатия, могли бы немножко уменьшить файл JPEG, но, тем не менее, растровые картинки практически всегда получаются больше векторных. Также еще я хочу вам рассказать один небольшой нюанс. Стоит заметить, что на размер растрового изображения влияет цвет, а точнее его количество. Например, в векторе создадим два одинаковых по размеру изображения. Но у одного будет просто черная заливка, а у второго заливка разноцветная.
выполненная градиентом в виде цветов радуги. Далее экспортируем их в формате JPEG с абсолютно одинаковыми параметрами. И сравнивая свойства одного и второго JPEG, мы увидим, что размер картинки с радугой больше в несколько раз. Причина этому – количество цветов в картинке. Но уменьшать размер изображения за счет уменьшения цветов в нем, конечно же, нельзя. Для этого придумали сжатие файлов. Ну что же, теперь пришло время поговорить о векторной графике. Для наглядности возьмем вот такую вот картинку с автомобилем. Кроме легкого объема файлов, у векторной графики есть еще одно огромное преимущество. Векторная графика является масштабируемой. То есть изображение, созданное в векторном редакторе, вы можете увеличивать до нужного вам размера сколько угодно, без потери качества. И вообще за качество в таком случае абсолютно не переживать. Как я уже говорила ранее, векторная графика состоит из линий. В графике эти линии называются кривыми и трансформируются в любые формы при помощи точек, которые называются узлами и помогают редактировать контуры. Векторные объекты создаются примерно вот так. Инструментами сначала создаются контуры, далее контурам применяются нужные заливки. Заливки могут быть однородными или градиентными. Градиентные заливки, как вы видите, это заливки с плавными переходами двух или более цветов. Также к линиям объектов мы можем применять обводки. Обводки могут быть любой толщины и также с градиентными или однородными заливками. Кстати, и шрифт также относится к векторным объектам. Правда, на данном примере шрифт уже не редактируется, так как он уже преобразован в объект, а точнее в кривые. И вот примерно таким образом строятся векторные изображения, но это если очень кратко описать процесс создания векторной графики. На самом деле это очень интересный процесс с многочисленными приемами и эффектами. Конечно, в растровом редакторе также можно создавать иллюстрации при помощи векторных инструментов и применять те же заливки и обводки. Плюс все это еще можно текстурировать различными растровыми кистями. Просто, наверное, в каждом редакторе есть свои преимущества для каждой определенной работы. Теперь далее. Как вы уже заметили, векторная графика очень легко преобразуется в растровую. Но после этого масштабироваться она, конечно же, больше не будет, а будет отвечать всем параметрам пиксельной картинки. Давайте посмотрим, как изменится иллюстрация с автомобилем, если мы его преобразуем в растровую картинку приблизительно 4-го формата. И разрешение поставим при этом 300 точек. Как мы видим, качество пропало, и даже очень. Но это на самом деле только при сильном увеличении. Но если, например, мы напечатаем в размере А4 нашу картинку, то качество будет вполне себе достойное, потому что при растрировании мы указали именно полиграфическое качество 300 точек. Но, в принципе, мы это уже разбирали, и тут главное запомнить, что проблемы с качеством векторных картинок не касаются, так как векторная графика масштабируется абсолютно в любой размер, и качество всегда будет максимальное. И даже если по каким-то причинам вы векторное изображение преобразовываете в растровое, вы можете задать любые параметры, которые вам необходимы. Как вы поняли, я думаю, если перед вами растровое изображение, то это совсем не обозначает, что картинка всегда была растровая. Возможно, это просто JPEG из векторного редактора. Но как тогда определить, где изначально была растровая картинка, а где векторная? В некоторых случаях, конечно, это невозможно, ведь в растровом редакторе также можно создать векторную иллюстрацию при помощи векторных инструментов. На самом деле, умение отличать растровую графику от векторной вам может очень пригодиться, так как, во-первых, это показывает, какой вы суперпрофессионал, а во-вторых, поможет вам точнее анализировать графику других авторов и таким образом перенимать их опыт и осваивать какие-то новые техники исполнения. Конечно, если вы новичок, то вначале вам будет сложновато, но все приходит с опытом. Вы же знаете, я думаю, правило 10 тысяч часов. Ну а теперь давайте попробуем на примерах разобрать, где изначально векторная, а где растровая графика. Итак, давайте разберем основные признаки растровой графики.
Если перед вами фото или видеофайлы, или все, что было сделано на их основе, это я говорю про фотомонтаж, тут, конечно, безусловно, перед нами растровая графика. Также, если вы наблюдаете на рисунке реалистичные цветовые переходы или текстуры, то это также признак растровой графики. Ну или следствие обработки векторной в растровом редакторе. Теперь давайте разберем признаки векторной графики. Если вы наблюдаете четкие ограничивающие контуры объектов, то это будет, безусловно, векторная графика, так как четкость – это основа вектора. Также различные линии обводки являются 100% признаком векторной графики, ну или 99%. Основные заливки, которые применяются в векторной графике, это обычно однородные или градиентные. Различные геометрические, простые и сложные фигуры также относятся в основном к векторной графике, так как их гораздо быстрее и удобнее создавать именно в векторе. Четкие тени от объектов также нам говорят о том, что, скорее всего, это векторная графика. В Photoshop, если тени рисовать, то можно их нарисовать более живописно, скажем так. Ну, это, пожалуй, основные визуальные признаки векторной и растровой графики. И теперь давайте посмотрим еще несколько полезных примеров. Например, данная картинка очень похожа на векторную из-за своих четких контуров, но на самом деле это полностью растровая графика. Границы объектов создавались векторными инструментами, а заливки и тени создавались растровыми кистями, и создано все это было в Adobe Photoshop. Теперь еще вот такой пример. Пример аналогичный, но здесь за основу взяты фотографии. Элементы на фотографиях были вырезаны и скомпонованы в иллюстрацию. И далее были обработаны эффектами в Photoshop. Теперь рассмотрим вот такую вот иллюстрацию с явно векторным изображением на переднем плане. Но на втором плане мы видим изображение в виде акварельных пятен, которые явно изначально не были созданы в векторном редакторе. Но если мы увеличим акварельные пятна, то мы увидим, что они состоят из мелких векторных элементов, которые были получены при помощи трассировки. То есть за основу были взяты реальные акварельные пятна, и потом на их базе была выполнена трассировка. И в итоге получилось полностью векторное изображение. Теперь перед нами вот такая картинка. На первый взгляд очень похоже на фотографию, но при детальном рассмотрении можно понять, что этот автомобиль был нарисован. Но нарисован он и не в векторе, и не в растре, а в 3D-редакторе. Об этом нам в первую очередь говорит высокая реалистичность изображения. Здесь применялись очень сложные блики и отражения, и достичь такого эффекта в растровом или векторном редакторе практически невозможно. Но к какому типу можно отнести 3D-графику? К векторному или к растровому? Я скажу вам так, изначально графика имеет основу такую же, как и у векторной, потому что она также масштабируется до любого размера без потери качества и состоит из линий, а не из пикселей, если, конечно, объекты не обернуты в растровую текстуру. Но на выходе при экспорте в итоговый продукт, картинку, видео или анимацию, она всегда будет растровой, так как используется большое количество инструментов объема, теней и бликов, которые создаются при помощи пикселей, создавая при этом очень реалистичные и плавные переходы цвета. Когда в графике хотят добиться максимального сходства с оригиналом, как правило, всегда используют 3D-графику. В 3D очень часто отрисовывают объекты, интерьеры, панорамы, а также очень часто 3D-графику применяют в компьютерных играх или, например, для создания каких-то иллюстраций, допустим, в стиле фэнтези. Теперь давайте дальше. Рассмотрим вот такую вот иллюстрацию. В данной иллюстрации очень явно использован эффект объема. Передний план четкий, а второй план размытый. Но чтобы создать такую иллюстрацию, не обязательно применять 3D-редактор. Это очень легко создается в растровом или векторном редакторе. Но конкретно это изображение было выполнено в векторе в программе Adobe Illustrator. Первый план – это обычный вектор с градиентными заливками и бликами, а второй план – это те же самые объекты на фоне, просто с эффектом размытия. Следующее изображение тоже, в принципе, было выполнено с намеком на реалистичность. И тут мы видим четкие границы объектов, четкие блики, контуры, и явно это векторное изображение. Теперь давайте рассмотрим вот такое вот изображение, где основой является размытый фон. Такой размытый фон очень легко создать в Photoshop, то есть в растровой графике.
Но в данном случае это эффект сетчатого градиента, созданный в Adobe Illustrator. А светящееся пятно вверху было выполнено при помощи эффекта Blink, также в Adobe Illustrator. Также использовались градиентные заливки и режимы наложения прозрачности, которые всегда придают эффект дополнительного свечения в картинке. Ну и таким образом картинка является полностью векторной. Все, что мы сейчас рассматривали, это были клип-арты и иллюстрации. А к какому типу графики мы отнесем готовые макеты? То есть готовые верстки, например, сайтов, буклетов, журналов, также рекламных макетов. До них нет четкого определения, потому что в готовых продуктах используется и векторная, и растровая графика, в большей или меньшей степени. Но, конечно, где-то можно обойтись только вектором. Это я вам говорю для того, чтобы внести ясность, чтобы вы ни в коем случае не подумали, что все относится к какому-то одному типу. И именно поэтому я вам сказала, что вектор и растер являются основой цифровой графики и охватывают очень широкий диапазон всех ее вариаций. И работать постоянно с каким-то одним типом графики, я думаю, навряд ли получится. Поэтому важно знать их свойства и отличия. Ну что ж, теперь, я думаю, вы будете четко представлять, что такое векторная, что такое растровая графика. Конечно, есть еще некоторые нюансы, которые уже лучше разбирать на практике. Но не волнуйтесь, мы все это еще с вами успеем сделать. Под видео я оставлю ссылки на текстовые материалы с информацией, которую мы только что сейчас разбирали. Это, возможно, когда-нибудь пригодится вам в качестве подсказки, если вы что-нибудь забудете. Ну что ж, на этом все. Я с вами прощаюсь. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. Пока!